Баҳамлагари мунтахаби Аргентина Леонел Месси ва нимҳофизи мунтахаби Чили Гари Медел дар бозӣ барои ишғоли ҷои сеюм дар чемпионати Копа Америка дар дақиқаи 37 корти сурх нишон дода шуд. Шуморо намедонам, ман то ҳол ба худ наомадам ва мехоҳам шумо низ ҳиссиёт ва суханронии шореҳи русро шунавед. Решение арбитра, как так можно? Ну, куда потолкались, мистер вводил руки в стороны. Он не бил ни головой, не включал руки. Вот здесь... Ну, потолкались грудью чуть-чуть. Подожди, здесь есть все-таки система видеопомощи арбитра. Это вместо давления, вместо аппарата. Хорошо, но зачем быть дураком, показывать карточки, которые сейчас ВАР будет отменять? Зачем выставлять себя посмешищем? Потому что, ну, вот к чему привели эти карточки? К тому, что он успокоился? Или к тому, что он создал теперь глобальный скандал, удалив Месси? За третье место, удалив Лионеля Месси, обладателя 5 золотых мячей. Ну, он там так тряс. Давайте, хорошо, он добился того, чтобы запомнил его. Марио Диас де Вивар Богато. Мы теперь запомним это имя. Мне кажется, именно этого он и добивался, чтобы теперь знали, что есть. Он есть. Вот он, этот гоголевский маленький человек. Выскочивший из шинельшки своей, вот, пожалуйста, распавку. Запомните меня таким. Все сейчас грудь на поле. Грудь в крестах, голова в кустах. Да, да, да. Смотри, все вышли. Тренер сейчас уже не контролируется абсолютно ситуация. И варчек. Да. Потому что совершенно непонятно, что происходит. Сейчас Варма говорит, друг. Все, хорошо, давай сейчас успокоимся. Ой, там кто у нас, кстати, там. Есть четвертый арбитр, Хери Варгас Карейо. А может заменить ВАР арбитр? Я надеюсь, что сейчас это произойдет. Немножко все это будет отыграно назад, потому что... Онҳо на ба даст ва на ба сар якдигарро нарасида буданд. Танҳо чанд маротиба бо сина якдигарро тела доданд. Довар бошад бе ягоногоҳӣ ба ҳар дуи ин бозингарон корти сурх дод. Ба фикрам ман ин номи довари парагвайро ҳеҷ вақт аз ёд намебарорам. Марио Диас де Вивар. Бо назар дошти он ки системаи ВАР буд, довар фикри худро иваз накард. Ин дуюмин корти сурхи Лионел Месси дар мунтахаб аст. Аввалин бор корти сурхро соли 2005 дар бозӣ бар муқобили Венгрия гирифта буд. И мы не понимаем, что происходит, кроме того, что вот мы видим споры судьи с игроками. Что он показывает? Всем разойтись. Или что? Что он решил в итоге? Что ему подсказали? Кто остается? Кто уходит? Может быть, никто не уходит? Вот сейчас он добился того, что эта игра теперь никогда не закончится. Вот они теперь будут ходить, никогда толкаться. Не забудь, я тебя никогда не закончу. Я тебя никогда не забуду, да. Вот. Они теперь будут обниматься, друг другу что-то в ухо говорить. Хара подошел к судье. Еще судья сейчас легко отделался. Так, ну у меня ощущение, что... Давайте смотреть сейчас, что тут происходило. Ну хорошо, ну вот у них был тут небольшой микроконфликт. Толкнул. Я даже скажу, что ты делаешь? Ну толкнул. Ну грудь. Поднул. Ну еще раз грудь. Поднул сначала. Поднул. Ну раз, ну два, ну три. Ну потолкались, ну... Нет, ну сказали друг другу некомплиментарные слова. Ну разве это стоит того, чтобы по красной показать и тому, и другому? Я считаю, что и Медель здесь красный не заслужит. Нет, по желтой. Вот, ну по желтой, да. Дай по желтой им. Все, они разошлись, поняли, все. На перерыв остается там меньше 10 минут. Перерыв. Удаляет все-таки? Нет, тут дело не в этом, что удаляет или не удаляет. Удаляет. Он согласился уйти. Потому что Месси понял, если я сейчас не уйду, эта игра действительно никогда не закончится. Это мы будем тут до конца толкаться, все уйдут с поля и так далее, и так далее. Медель и Месси, только сейчас обратите внимание, это титр показывает. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached.